большой память, а тебя автоматно от этого. Прямо. Раз, два. Мобилизация началась в конце сентября, и вот в октябре открылась женская гвардия Урала. И какой большой поток граждан мужского пола, да, хлынуло у нас в Казахстан, там, в Армению, куда они еще там поехали, не знаю. То есть, ну, для меня это дико. И хотелось показать, что вот мы, женщины, мы можем, почему вы-то бежите. То есть у меня вот внутренний посыл был такой. Это вот обучение диплома об окончании. Нет, это лучше метод. А потом говорю, вставай с детьми, сфотографируй тебя. Фотография с последнего его, с последнего приезда. Он приехал очень... Подождите. Волнуется. Первые месяцы было очень тяжело, это вот март, апрель, и вот весной как-то мне стало полегче, то есть я решила, что мне, наверное, тоже можно пойти, раз военно обязан, то есть медики-то всегда нужны, и тогда я начала отвлекаться на эти мысли, что я тоже могу пойти чем-то помочь, вот, но, к сожалению, меня не взяли, но может пойти, к счастью, тогда я занялась гуманитарной помощью, и это стало очень хорошо отвлекать. Страшные вещи. Потом вступила в женскую гвардию Урала. Там начались активные занятия. И в общении с девочками, то есть все настроены были как бы патриотически, все за поддержку наших парней. И как-то вот в этой обстановке вообще стало намного легче, когда находишься среди людей, которые тебя поддерживают, с которыми ты одинаково мыслишь. Мы не готовим девушек к отправке на СВО. Самое главное – это уметь постоять за себя здесь, в тылу. Если вдруг понадобится защитить себя и своих детей, своих родителей, бабушек и дедушек. Самая основная глобальная цель – это поднятие патриотического духа нашего населения. Мы патриоты, мы должны показать, что Россия, мы хотим, чтобы нас видели, что мы патриоты, чтобы нас все другие люди заразились этой идеей. Хотя я думаю, что каждый человек, живущий на территории России, уже является патриотом априори. И чтобы другие страны видели, что Россия – объединенная, добрая страна и патриотическая.